плохо, семья. Я с вами пойду. Вскрытие показало, что он утонул. Что показало? Ты моего мальчика на куски! Что его оживили дети? Зачем? Мы чувствуем вину за ближних, если не смогли их уберечь. А что это вдруг вы решили нам помогать? Мне нужен чей-то беспристрастный взгляд. Вы меня совсем не знаете. Есть шанс узнать. Это мне нужно найти, кто это сделал. Я буду землю рыть. Убили сына близких тебе людей. Искать убийцу придется среди своих. Скучно тут у вас. Один был хороший мальчик, а того убили. Расскажите мне подробно о той ночи. А у нас ведь нет смертной казни. Дело в том, что мы никогда ни про кого по-настоящему ничего не знаем. Да зачем мне ссориться с мальчишкой? Чем же вы подрались-то? Твой муж уже дважды солгал. И алиби у него никакого нет. Почему ты решил сбежать? Испугался. Вы бы решили, что я его убил. Не ты? Вытащил грязное белье, чтобы все смотрели. Мотив ищешь. И мой мотив – ревность. Она видела, куда пошел Алик. Ей ничего не мешало пойти за ним. Чего дома не едете? Мне здесь хорошо. Это как же вам дома хреново, если вам здесь хорошо? Что я им скажу? Что они не знали собственного сына? Если я думал, что сбил какого-то мальчишку, человека убил. Я перед тобой не виноват. Я хочу, чтобы Алик был живой, все. Я перед собой виноват. За то, что на закон наплевал, на совесть не свою. Тайны города Н. Только на Амедиа Премиум и в Амедиатеке.